о тех, кто продает, для тех, кто покупает. Товары и услуги, скидки, акции, актуальные предложения. Ну и, конечно же, новости малого бизнеса. Это рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. Автосервис, техосмотр и страхование в одном месте. Услугу 3 в одном автомобилистам предлагает «Корт». Автосервис на 81-м километре Ленинградского шоссе. Как застраховать себя от неприятностей на дороге? Следить за исправностью своего авто. Здесь при необходимости починят любой. Корт – это и диагностика, и сезонный шиномонтаж, и слесарные работы, и автомойка. Вашему авто больше 3 лет? В Корте можно пройти лицензированный техосмотр. Получить диагностическую карту для ОСАГО и здесь же его приобрести. За минимальное время вам предоставят и другие актуальные услуги. К примеру, по одному полису можно застраховать автомобиль от угона и повреждения, дополнительное оборудование, находящееся в машине, а также водителей и пассажиров от несчастных случаев. При оформлении страхования сделают скидки. Согласитесь, что 3 в одном – это экономия. И прежде всего времени, которое, как известно, дороже денег. Автосервис «Корт» работает с 8 утра до 8 вечера. Заезжайте! «Семицветик». Ищите магазины любимых цветов по новому адресу. «Семицветик», работавший на Гагарина 49 в помещении магазина «Дикси», переехал на улицу Карла Маркса, дом 12А. Цветы, цветочные композиции и букеты можно заказать заранее. Тут, как говорится, все зависит от фантазии и размера кошелька. Или выбрать из готовых, между прочим, по очень привлекательной цене. Комнатные растения, грунты, удобрения и средства защиты от болезней и вредителей, как на домашних, так и на садовых растениях. Горшки, пластиковые и керамические, можно приобрести здесь же, в «Семицветике». Известная русская поговорка «Готовь сани летом». У садоводов-огородников действует редко, а зря. Ведь семена лучше покупать сейчас, выбор богатый и цены ниже. «Семицветик» работает с проверенными агрофирмами. Здесь вы можете приобрести семена овощей и цветов известных фирм. «Гавриш», «Сибирский сад», «Сидек», «Аэлита», «Русский огород», «Уральский дачник». Это высокосортные семена с живой всхожестью, обеспечивающие крупные здоровые растения. Уже поступили в продажу луковичные тюльпанов, нарциссов, гиацинтов для осенней посадки. Перед покупкой вы получите и профессиональную консультацию. Сотрудники магазина расскажут о новинках рынка и помогут определиться с выбором. Если вы купили подарок, вам помогут его красиво упаковать. Напоминаю, что магазин «Семицветик» работает по новому адресу Карла Маркса, 12А. Эти кухни уже показали себя на большом экране. Модель «Соната» фабрики «Руссини» участвовала в съемках программы «Квартирный вопрос». Это ли не лучшая рекомендация для тех, кто ищет свою идеальную кухню? Кухни «Руссини» делают в Твери, а покупают здесь. В Клину у официального дилера, в салоне «Мебели кухни». Разнообразные модели кухонь отличного качества, произведенные на высокоточном современном оборудовании. Фасады из бука, ясеня, дуба, гигиеничного МДФ или современного пластика. Широкая палитра цветовых решений, огромный выбор комплектующих и аксессуаров. Сориентироваться в этом многообразии предложений помогут специалисты салона «Мебели кухни». Бесплатно сделают замеры и помогут с 3D-дизайном. Нужна сборка? Пожалуйста! Частичная или под ключ, с освещением, подводкой газа и воды. Здесь же, в салоне, можно укомплектовать кухню техникой, от фильтров для воды до холодильников, и сантехникой, из нержавейки, керамики и искусственного камня. Помимо кухонь, в салоне большой выбор спален, гостиных и прихожих. Хотите приобрести мебель с выгодой? Следите за акциями в салонах. Их 2 – в Клину на Бородинском проезде и в Высоковске на улице Ленина. А это была рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. До следующего понедельника!